Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в древний город Перч. Достопримечательность возле Анталии есть такая. Античный город. Здесь очень хорошо сохранился ипподром, потом античный театр. Первый, второй век на 12 тысяч человек он рассчитан. И 52 метра в длину. Очень большой театр на самом деле. Он находится вот прям совсем рядом с этими, со всеми остальными достопримечательностями через дорогу. Друзья, очень красивая здесь фреска каменная. Вот так вот на стенах. И, конечно же, кошки, собаки, куда без них, собственно. Он еще так интересно сконструирован. То есть вечером будет солнце светить как раз вот прямиком на эту сцену, а все зрители, они будут в тени находиться. Вот здесь были такие любопытные проходики узкие на верхний ярус. Я вам напоминаю, что чем выше находился зритель, тем был ниже его социальный статус, и самые обеспеченные люди, самые влиятельные, они находились прямо возле сцены. Здесь вот, собственно, находился вот этот вот город старый. Он туда уходил на холм, на вот эту, на возвышенность. Там у них был вот этот ипподром. А здесь, собственно, амфитеатр. На самом деле, очень большой и хорошо сохранился. И в Анталии находится, я думаю, любой желающий его сможет посетить. Недалеко от аэропорта. Собака ушаталась. Мы назад вернулись в Анталию, и здесь вот в западной части, оказывается, у них есть пляж с галькой, с камушками. Достаточно большой. Ну, это к тому, что в Анталии тоже есть пляжи. Друзья, рядом с аэропортом есть вот такой вот интересный отельчик, IC Airport Hotel, он называется. Очень большой отель. Здесь у них спа, фитнес есть, конечно же. А и вот это вот отель, настоящий 4 звезды. Вот 4-звездочный отель должен выглядеть вот так. Такой нам дали комнату. Комната очень просторная, большая. Здесь у них все виды, либо выходят окна, либо на лес вот сюда вот. У них очень большая территория рядом, да, здесь прилегающая. Либо на бассейн выходят. И номера вот такие уютные, чистые, с мягким покрытием на полу. Большой телевизор. Здесь всякие разные комплименты, сладости, тапочки, сейф. Ну, все полностью, весь полностью комплект, все, что нужно. И самое главное преимущество этого отеля, то, что у них есть бесплатный трансфер в аэропорт. То есть вы можете отсюда либо уехать, либо приехать сюда, и вас привезут. Ну, заранее, если вы прилетаете, вас прям встретят в аэропорту. Вот, нам удобно, просто мы здесь отдадим машину, и уедем, нас отсюда увезут сразу в аэропорт. Здесь даже зубные щетки есть. Ну, полностью стандартный набор, но просто косметика очень хорошая. Сейчас чуть позже покажем вам спа и вот это все. Стоит он где-то в районе $80 за ночь. А здесь вот на втором, на третьем этаже классом повыше у них номера. И у них здесь даже в коридорах напольное покрытие, мягкое, теплое. Кресло есть. Вот так вот выглядит этот отель. Вот такой лес у них здесь большой. Очень много зелени. И туда еще дальше лес идет. Эта территория, она рядом с аэропортом. С аэропортом находится. И поэтому здесь очень много, большое такое пространство.
Здесь есть еще комнаты, вот второй, третий этаж, но у них класс другой, у этих комнат, поэтому они стоят чуть больше. Бассейн, вода есть, но никто не купается, он не работает. Наверное, летом можно будет только купаться. Ну, для транзита вполне себе такой интересный отель, потому что бесплатный трансфер есть. Значит, с подогревом бассейн внутренний, а наружный там никто не купается. И, соответственно, он без подогрева. Там еще есть массажи всякие разные, хамамы, сауны, все такое. В этом отеле есть все платные подписки, Netflix, YouTube, Amazon, Apple, все-все, можно любые выбрать и посмотреть. Я так понимаю, да, вот. Disney, Amazon, Netflix, YouTube и, короче, все такое. И интернет можно. Ну и в YouTube можно любое посмотреть. Внизу здесь вот такой спортзал большой, очень большой. И спа там внутри. С хамамом, с сауной, со всеми такими делами. И вот здесь выход на уличный бассейн. Достаточно прохладно. А, кстати, здесь видно, как здесь самолеты взлетают и садятся. Очень низко. С балкона можно разглядеть, но мы в номерах вообще очень хорошая звукоизоляция, и, соответственно, этого ничего не слышно. Овощи, зелень. А вот есть даже здесь соленые всякие разные штучки, капуста соленая. Вот это все сладости, джемы всякие разные, варенье. Вот здесь вот, например, 9 видов оливок. Всякого разного размера. Халва, всякие разные каши, зерна, вот всякие тут разные сухофрукты. В принципе, все, что не нужно, все необходимое есть. Мед. Ну, мед, в принципе, у них как бы везде, во всех отелях. Колбаски, сыры. А, ну да, в принципе, выбор достаточно большой. И вот там вот девчонки могут вам приготовить то, что вы хотите, связанное с яичками, со всякими разными колбасками, все такое. А, еще здесь фрукты. В принципе, все необходимое есть. И достаточно большом изобилии. Киви даже есть. А там тостер можно сделать, сэндвич самому себе. И здесь всякие разные кофемашины, можно сок наливать. Сок, чай, все такое. Только мы собрались, друзья, значит, улетать, и портится погода. Ветер, пасмурная погода, наверное, дожди будут несколько дней. Как раз вовремя мы уезжаем. Оказывается, это отель не европейский, это турецкий, сеть отелей большая, стамбульская. И меня очень приятно он удивил. Скорее всего, тот номер, в котором мы жили, он после ремонта. Вообще отель, не могу сказать, что новый, а вот именно вот эти номера, они после ремонта, и прям приятно удивил этот отель.